Прошел, комрады, глянцевым лаком футурой по декалям. Теперь буду покрывать их полуматовым. Полуматовым, как я и говорил раньше, наношу для того, чтобы потом хорошо легли масляные точки и хорошо как бы вошли в структуру лака, и чтобы были хорошо видимы, заметными. Продолжаю лакировать. Задул матовым лаком, теперь даем лаку просохнуть и будем наносить масляные точки. Высох полуматовый лак, теперь мы будем наносить масляные точки. Масляные точки буду делать масляной краской гамма. Буду использовать для этого 4 цвета. Всегда начинаю наносить масляные точки с более светлых тонов и ближе к середине темные и уже пониже уже более разнообразные светлые и темные точки, но больше темных точек, чем в начале, чтобы были как бы такие эффекты выгорания, высветления более лучше видно и более лучше визуально смотрелись. Ну, начинаем делать.
сделал, друзья, масляные точки. Вот так вот прикольненько он получился. Ну, теперь берем широкую кисть и вайт-спиритом понемножку начинаем растушевку сверху. Вот так вот растушевываем. Можно разными круговыми движениями, если наверху делаете. А по бортам обычно снизу вверх и сверху вниз делаю масляные точки. Ну, сейчас вы сами все увидите. Растер масляные точки, и вот что получилось. Теперь нужно дать подсохнуть. Нужно дать подсохнуть. И дальше задуть матовым лаком. Вот эффект масляных точек получился такой вот
как будто потеки после дождя. Вот, в принципе, как я и хотел, чтобы был более светлые потеки после масляных точек. Вот. Будем ждать теперь пару дней, а потом будем задувать матовым лаком и немножко припылим. Модель пачкать не буду, хочу, чтобы она была более чистая. Только буду работать с пигментами на катках, на гусеницах. Ну, может быть, немножко по экранам пройдусь с кормы и с носа танка. Вот. Спасибо, друзья, за просмотр. Смотрите следующие мои части. Всех благ вам и вашим близким.